Ключ – символический, комплекс настоящий, с говорящим названием «Победа». Физкультурно-оздоровительный центр в Кошках – самый крупный в области. Появился очень важный спортивный, культурный и образовательный объект. Здесь можно будет заниматься различными видами спорта. Здесь можно будет играть в шахматы, в бильярд. Можно будет проводить досуг. И это украшение, конечно, не только для кошек. Это украшение для всей Самарской области. За 4 года в Самарской области открылось 28 физкультурно-оздоровительных комплексов, 11 ледовых дворцов. Развитие спорта – одно из приоритетных направлений в работе областного правительства. Кошки – крупный район. Физкультурно-оздоровительный комплекс такого уровня здесь необходим, отметил губернатор. Вы хорошо работаете, у вас хороший урожай, у вас пашется же земля. У вас много закуплено сейчас техники, развивается животноводство. У вас людей очень знаменитых много, людей, которые любят землю и любят свою работу. Огромная ледовая арена, тренажерный зал, раздевалки, комнаты для теоретических занятий футболистов и хоккеистов. Гости выразили надежду, что отсюда выйдут не только областные, но и мировые чемпионы. Олеся Корецкая, «События».